Всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусные фаршированные грибочки. Добавляем любую начинку, и получается шедевр. Здесь я обжариваю лук. У грибов я, видите, удалила ножки и нарезала их. Соединяем ножки, лук, сыр. По вкусу добавляем соль, перец, сливки, например. А сегодня я решила добавить Филадельфию. И все это соединяем. Шляпки грибов мы хорошо промазываем растительным или оливковым маслом. Можно немножко подсолить. Духовка 180 градусов, примерно минут на 15. Время зависит от размера грибов. Еще немножко сыра и в духовку. Наши великолепные грибочки готовы. Посмотрите, какие красивые. Я бы сказала, грибной жульен в грибах. Очень вкусно. Добавим немножко цвета. И всем приятного аппетита. Рецепт, как всегда, под видео. Я жду вас на моем канале.